Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарский спортсмен – чемпион страны по бобслею. Волейбольная «Нова» набирает очки в российской суперлиге. «Комета» выиграла серебряные медали юношеской хоккейной лиги. Самарская «Комета» второй матч финала Поволжья юношеской хоккейной лиги проиграла со счетом 1-5. Казанский «Акбарс» сделал орг-выводы после досадного поражения в первой игре. Тогда «Комета» победила в результате послематчевых буллитов 3-2, однако исход серии остался за «Акбарсом». Они стали чемпионами Поволжья ЮХЛ. Разница забитых и пропущенных шайб у казанцев лучше. Однако оба финалиста будут представлять федеральный округ на финале первенства страны. Волейбольная «Нова» засушила нижневартовскую «Югру» со счетом 3-0 по партиям в российской суперлиге. Если первый период новокуйбышевцы выиграли уверенно, то судьба второго решилась в игре на больше-меньше. Финальная партия прошла по сценарию «Новы» – 25-18 итоговый счет. И волжане уверенно закрепились на 10-м месте суперлиги из 14. Лидер – казанский «Зенит». В бобслее у самарцев дела катятся куда лучше. Александр Третьяков выиграл чемпионат России. До этого успеха саночник поднимался на высшую ступень пьедестала почета на Олимпиаде в 2014, на чемпионате мира в 2013 и Европы в 2007. Серебряная медаль еще у одного самарского армейца Никиты Трегубова. Он проиграл чемпиону 0,04 секунды. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.